Айша просто ду-ду-ду-ду-ду, да я просто ду-ду-ду-ду-ду. Мои купюры, блю-блю-блю-блю-блю, мои купюры, блю-блю-блю-блю. Уверен, многие слышали эту песню в ТикТоке, ну или в Рилсах. Возможно, некоторые даже снимали видео под этот звук. Многие типы даже не знают, кто автор этой песни. Я связался с ним. Я даже взял мини-интервью у него, и в конце ролика будут ответы на вопросы. Flam Baby. Имя его Артём. Ему 22 года и родился в Королёве. Ему всегда нравилась музыка, а занимается он ей 3 года. Как многие, он начинал с битов. Далее записывал музыку на микро от наушников. Помимо музыки, он увлекается футболом. Ну вот и вся краткая биография Go к вопросу. Идеи никакой не было, все было как обычно. Проснулся, погнал на стул, начал накидывать на йогуртном. Искал фло, получилось ду-ду-ду флоу. На 24-й не только планы космические. Я, наверное, из тех типов, у которых стрельнул тречок, а в запасе реально такое мясо, что это было только началом, я вас уверяю. Альбом, в принципе, как идея уже готов. Нужно немножко закрепиться и дать газу. Может выйти в любое время. В основном это западные исполнители. Не могло не коснуться влияния Тага, Фьючи, Карти и Ита. По большей части я сейчас гоняю Lunchbox, 800 PTS, 4-5, Таленвая, да вообще куча андротипочков. Фит мечты, давай немного о целях. Я бы прошелся по Ит, Lunchbox и давай Until Japan. Именно как мечта ХЗ, наверное, банальщина. Кани, Трэвис, Фьючи. Даже не фит, а хотел бы посмотреть, как они работают. Но тут без озвучки, сори, в треке, бля, услышите все. Последний альбом, который сильно взбудоражил, это альбом Safe Travels. Советую послушать разные вайбы, сэмплы, смесь какого-то Тагера и Карти ХЗ. Нелепой ситуации нет в жизни, двигаюсь на уверенном только. Особо не слушаю русских, но своих пацанов могу упомянуть. Sia, Side, Ovi и Gimini. Надеюсь, правильно прочитал. Вот, кстати, их работы. Захожу в бутик и беру оптом. Этот звук бодрит, как чашка кофе. Мой карман стакан всегда полон. Маме новый. Ну вот и все, пишите свое впечатление в комментариях. Может, подкиньте идею, с кем сделать следующий видос. Короче, на добром.